Во время степного пожара можно наблюдать редкое и грозное явление. Отдельные языки пламени сливаются вместе, закручиваются и поднимаются вверх в виде узкого и высокого огненного вихря. Но почему вращающееся пламя не разлетается по инерции во все стороны, а вытягивается вдоль оси вращения? Какая сила заставляет его собираться к центру? Сделаем такой опыт – Приклеим к стенке банки деревянную палочку с железным грузиком и пенопластовым поплавком на нитках и наполним банку водой. Раскрутим ее на вращающемся столике. Железный грузик отклоняется наружу, к стенке банки, а вот пенопластовый поплавок уходит внутрь к оси вращения. Но ведь мы знаем, что центробежная сила действует на оба груза. Почему же они оба не отклоняются наружу? Все дело в том, что плотность железа больше, чем у воды, а у пенопласта меньше. Поэтому Архимедова сила, действующая на железный груз, меньше силы тяжести, а на пенопластовый поплавок больше. Когда банка вращается, центробежная сила добавляется к силе тяжести, и их равнодействующая отклоняется от вертикали наружу. А что происходит с Архимедовой силой? Она создается разностью давлений. И теперь из-за вращения воды у нее появляется горизонтальная составляющая, направленная к оси вращения. Так что сама Архимедова сила отклоняется от вертикали внутрь. На пенопластовом грузике она перевешивает, а на железном наоборот. В результате железный грузик уходит к стенке, а пенопластовый поплавок приближается к оси. Чтобы получить огненный вихрь, установим на вращающемся столике чашку с изопропиловым спиртом. Подожжем спирт. Его пламя получается достаточно ярким, но совсем невысоким. Раскрутим чашку. Но почему же пламя не закручивается и не поднимается вверх? Ах, мы совсем забыли, чтобы пламя отклонялось к центру, воздух вокруг него тоже должен вращаться, как вращалась вода в предыдущем опыте. Чтобы раскрутить воздух, прикрепим к столику сетчатую корзину. Новые порции воздуха для горения будут беспрепятственно поступать через сетку. Включаем мотор. И огненный торнадо поднимается вверх, совсем как настоящий. thank you